Две тренировки в день и решительный настрой на победу. Дагестанские борцы готовятся к молодежному первенству России. Турнир в начале апреля пройдет во Владикавказе. Сбор нашей команды проходит в Центре спортивной подготовки. На одной из тренировок побывал мой коллега Курбан Рагимов. Ему слово. Делает отбрасывание. И проходит. Двухнедельный сбор в самом разгаре. В поте лица вольники трудятся, не жалея сил. На носу главный старт сезона. На первенство России отправится 45 дагестанских борцов. Буквально сейчас собрал ребят и сказал им, что чем вы в течение года занимались, то она и вот вы покажете себя. Если кто гулял, она бумерангом к нему возвратится. Кто тренировался, и он докажет, что он тренировки не зря провел. В сборной сейчас смена поколений. Прошлогодние чемпионы выступают среди взрослых, а вчерашние юноши готовы дать бой любому сопернику. Сами борцы уверены, омоложение состава – процесс естественный, и он не повлияет на итоговый расклад. Хорошая подготовка, тренировки хорошие, тренера хорошие, спарринг-партнеры. Как надо, все по режиму идет. Настрой какой? Настрой хороший, настрой на Россию. Готовимся полным ходом, пока без травм. Мы будем делать все, что от нас зависит. Для Шарапа Алиханова первенство России станет в какой-то мере судьбоносным. Он уже много лет успешно борется в двух стилях, чередуя победы как по вольной, так и греко-римской борьбе. Но окончательный выбор спортсмен обещает сделать после этого старта. С каждым годом, думаю, определюсь, но когда остается определенное время от одного старта к другому, уже проверяю себя и в этом, и в этом. Посмотрим. Остались еще 2 недели до старта. Как войдем, покажем лучший результат. Как уже мы отборолись недавно в Иркутске по греко-римской борьбе. Занял 2-е место. Сейчас будем стараться завоевать 1-е место для своей республики. И уже жирную точку поставим и выберем 1 вид спорта обязательно. До начала первенства ровно 2 недели. В последние дни борцы оттачивают технику, больше работают в парах и проводят контрольные схватки. Программа насыщенная, но вольникам не привыкать. 1-я неделя очень нагруженная. Пашем, короче, утром зарядка такая легкая, а 11:30 уже тренировки, уже хорошие тренировки, напряженные. И 5 часов тоже тренировки такие же усердные тренировки. Очень настроенные, если честно, хороший настрой у всех. В этом году поближе тоже лететь никуда не надо. Хороший настрой, короче, бешеный настрой. На аналогичных соревнованиях в прошлом году дагестанцы привезли из Смоленска 4 золотые награды. Повторить этот успех во Владикавказе дома у основных конкурентов будет сложно, но, возможно, убеждены в тренерском штабе. Первенство России стартует 4 апреля. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.